Всем привет! Сегодня у нас новости недели по ETS 2 и ATS. Начать хотелось бы с того, что на этой неделе завершилось сразу два ивента от SCS. Это у нас Cruising Kansas в ATS и Winterland в ETS 2 и ATS. Ну и естественно, наше замечательное сообщество выполнило все цели, даже перевыполнило и выполнило огромное количество доставок. В ивенте Winterland мы совершили более 2 600 000 доставок. Ну а сейчас давайте перейдем к новостям о грядущем обновлении для ETS 2. 1.50 это у нас юбилейное обновление, и многие ожидают каких-то больших нововведений и обновлений именно в этой версии. И у меня есть для вас уже официальное подтверждение того, что точно уже будет добавлено в 1.50. В версии 1.50 для ETS 2 у нас уже официально появится обновленная Швейцария. Это объявили все в своем блоге. Также они опубликовали видео-тизер обновленной Швейцарии. Это очень круто. Мы ждали больше года. И вот, наконец-то, мы получим полностью обновленную страну, которую, в принципе, построили просто с нуля. Также SCS показали людей, которые участвуют в разработке обновления Швейцарии. Это команда из 6 человек. И если вам интересно, то можете почитать в блоге SCS про каждого из этих людей. Ну и у меня для вас есть еще две замечательных новости по ETS 2. Недавно SCS на своем YouTube-канале опубликовали видео посещения ими завода Кёгель. Это довольно большой известный производитель полуприцепов. И в целом это нам говорит о том, что SCS сотрудничает с компанией Кёгель, и в ближайшем будущем нас будет все-таки ждать DLC Кёгель Трейлер Пак. Но это не все важные новости, связанные с полуприцепами в ETS 2. В базе Steam появилось упоминание полуприцепов Schmitz в ETS 2. Сейчас на своих экранах вы видите. На этой неделе очень многие обсуждают эту новость. Пока никакого официального подтверждения нет, но это уже нам говорит о том, что есть какие-то продвижки. И возможно, в ближайшем будущем мы увидим DLC также и на полуприцепы от компании Schmitz. Ну и напоследок важная информация от SCS. В своем блоге они опубликовали отдельную статью по этому поводу. Статья посвящена тому, что в последнее время на YouTube появилось довольно много видео с непонятными тизерами обновлений, там 1.50, 1.51 и далее, с неподтвержденной информацией. И SCS напоминают, что вся актуальная информация у них публикуется в блоге, в их инстаграме, фейсбуке, твиттере и также на YouTube-канале. Ну а чтобы получать самую достоверную, правдивую и актуальную информацию по ETS 2 и ATS, то также можете подписаться на мой YouTube-канал. Также подписывайтесь на телеграм-канал, там много интересного. На сегодня у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока.